Городской округ Щелково отмечает большую и важную дату – 500 лет со дня первого упоминания нашей земли в исторических документах. Именно поэтому праздничные события в этом году носили особый размах. Главным событием стал большой праздничный концерт, который прошел в центре города, прямо на площади Ленина. Поздравил жителей с юбилейной датой глава городского округа Андрей Булгаков. Мы, нашей командой, вместе с губернатором делаем перемены в городе Щелково. Каждый день меняемся к лучшему вместе, потому что у нас есть задача сделать Щелково самым лучшим, самым красивым, самым прекрасным городом в Подмосковье и в России. Щелково – лучший город! Не обошли вниманием на праздники и людей, которые внесли немалый вклад в развитие города. Звание «Почетный гражданин городского округа Щелково» присвоено Нине Ивановне Ивановой, члену Щелковской районной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Первым чемпионом мира по дзюдо в Московской области и первым за 10 лет чемпионом в России стал наш земляк, мастер спорта по дзюдо, член сборной команды России Яго Абуладзе. Гордость нашего края. Пример мужества, стойкости, характера и силы. Символ победы, стремления для подрастающего поколения и молодежи. Яго Абуладзе! Это наш чемпион! Чемпион мира по дзюдо, наш Щелковский! В июне месяце он всех победил! Гордимся! Яго! Несомненно, главным подарком для жителей и гостей округа стал концерт с участием местных коллективов и приглашенных звезд современной эстрады. Анна Семенович привезла не только популярные и любимые песни, но и заряд позитива. По таким концертам, признается артистка, она очень скучала. Все бросай, приезжай, я тебе покажу этот рай. Конечно, с любовью, с радостью, с счастьем, потому что для нас, для артистов, такие классные мероприятия нынче редкость. И самая классная публика – это всегда вот на таких мероприятиях, когда люди приходят на днях городов с целыми семьями, получают потрясающее настроение. Конечно, мне хочется их зарядить радостью, счастьем и любовью. Пожелаю быть любимыми, любить эту жизнь, получать удовольствие от нее, жить на позитивных эмоциях и кайфовать сегодня, по крайней мере, точно. Порадовали публику своими хитами и участники группы «Бандерас», которые представили как любимые публикой хиты, так и новые песни. Она хотела бы жить на Манхэттене. Настроение привезли, закупились в лучших супермаркетах настроение. Биты привезли, ритмы привезли, в общем, все привезли, грув привезли. Живите полной жизнью, любите всем сердцем, занимайтесь спортом, слушайте кайфовую музыку. Пусть у вас будет крутая атмосфера в городе. С днем города вас, Щелково. Концертная программа была нацелена в том числе на самую юную аудиторию. Молодежь ждала мото. Как вам день города? Классно. Супер, очень весело. Да, нам очень понравилось. Отлично. Мы ждем мото. Кого сегодня ждете, ребят? Мото. Тоже мото ждешь? Ну да. А какие песни мото знаешь? Ну, я не прям увлекаюсь ним, но просто знаю его. И не сойдет аккорд на фамилию, я разумею тебя, никогда. По традиции в этот день рождения города, конечно же, звучали теплые и добрые слова. Жители поздравляли друг друга с праздником и делились отличным настроением. Желаю городу Щелково процветания, любви, благополучия, удачи, радости жизни. Я люблю город Щелково. Мы любим Щелково. Завершилось торжество великолепным салютом, увидеть который собрались тысячи зрителей. За красочным фейерверком можно было наблюдать из любой точки города. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Сергей Максимов, Сергей Василевский, Андрей Белкин, Щелковское телевидение.